Братан Журавлев. Направлен для прохождения службы в отдел по борьбе с бандитизмом. Чего в милицию-то пришел? По направлению. По направлению к проктологу ходит. О, а это кто у нас? Новенький, да, с фронта? Небось, по бабам скучал? К майору, понимаешь, с пониманием надо. Тяжелый характер. Ему урки кликуху дали. Сатана. Раз пять пытались его убить. У нас тут Журавлев. Ни война, ни фронт. Стреляют отовсюду. Где орудует преступник по кличке Клещ. Гитлер среди уголовников. Страшный черт. Налеты на сберкассы, склады, магазины. Везде горы трупов. Но тут один выход. Надо внедриться в банду. Конечно, разведка. Ты же самый умный. Здесь отделение дураков, да? Внедриться в банду. Раскусит тебя в два счета. У тебя ни хаты, ни бабы. Кто ты после этого? Я могу быть его бабой. Три зэка и ты. В одной машине. Ты понимаешь, какой это риск? Но он может сработать только при одном условии. Что среди беглецов будет авторитет. Иванов Иван Иванович. Личка граф. Есть у меня к тебе предложение. У сатаны для любой души кошелек есть. Хвалишь? Молодого твоего предупреждаю. Ну шо, вечер в хату? Вечер ментам? Нет. Правильно. Развели как щенка. Сбежать решил? Ты бросить меня хочешь? А ты думаешь, она с тобой связываться будет? Ты же убийца. Информация в нашем случае – жизнь. Для тебя люди есть и будут расходным материалом. Дашь мне? Живыми не брать.